Yes! Я по жизни загулял, металлургом я попал. Я по жизни заблудился, я, наверное, пропал. То в болото, то в леса, манят леший голоса. Слева блуд, а справа скука, подают мне голоса. Я рванулся, но упал, зацепился за любовь. Понимаю, что пропал, разодрал всю душу в кровь. Я по жизни загулял, словно в темный лес попал. Я по жизни заблудился, я, наверное, пропал. Я по жизни загулял, словно в темный лес попал. Я по жизни заблудился, я, наверное, пропал. Я пропал. Волки воют за спиной, поезд гонится за мной. Впереди гудят машины, я им вслед кричу: постой! Чуть не сбил, уехал вдаль. Что ему моя печаль? Он в своем лесу путает. Сегодня у меня и группа «Эскадрон» есть такая прекраснейшая возможность поздравить вас с замечательным днем, с профессиональным праздником металлургов. Я, для меня это очень большая честь. Я не первый раз сюда приезжаю, всегда очень рад отражаться в ваших глазах. Тем более, что у меня есть такая песня, которую я могу петь здесь. Правда, я редко пою, поэтому шпаргалку вот вытащил. Но про Кузбасс знаете мою песню, люди? Подпоете, а? Тогда вперед, вместе с группой «Эскадрон». Так, а ручки где? Кто помогать будет? За черным золотом люди спускались за бой, словно в последний бой. Шли глубоко под землей с киркой и молотом. И вместе Кузбасс — это каждый из нас. Кузбасс — это ты, это я. Кузбасс — наша совесть.
нашим сердцем. Годы великой войны, танки для всей страны, дети и женщины ночью и днем собирали. Стали плечу плечом, и у станков, руков побеждая. Кузбасс — это каждый из нас. Кузбасс — это ты, это я. Кузбасс — наша совесть и вера, что все будет лучше. Кузбасс — это каждый из нас. Концертах, во-первых, потому что люди далеко как-то стоят, я не знаю, задние ряды там нас слышно, видно, а вот я вас не вижу, поэтому очень хочется, чтобы вы как-то шумели вместе с нами, чтобы было понятно. Но вторая проблема, то, что я за много лет сочинил такое количество песен, что не знаю, что сегодня петь. Что будем петь сегодня? Подпевать будем? Посмотрите, если вы будете подпевать, то я буду петь такие песни, которые можно петь вместе. Но если не будете, у меня полно других песен. Главное, чтобы у всех было хорошее настроение. Мы встретили сегодня 30-летие Евраза. Помнишь, как в степи гуляли? Не-не, стоп, это вялая попытка вместе всем как-то синхронно спеть хей-хей-хей. Давайте так, я буду дирижировать, чтобы так хей-хей-хей прозвучало, да, чтобы враги наши вздрогнули. Еще разок, вместе с группой «Эскадрон». Как в степи гуляли, выбирал ты сам себе коней. Твой последний конь, дьявол и огонь, за тобой всегда готов был бой. Помнишь, как тебя любил он, ходил он, как из рук твоих хлеб и соль ел, был в бою так безнадежно смел. Поехали, выше руки, больше жизни. Оставит друга, помнишь, как жестокой вьюгой, кровью
идет вперед, и раненый хрипел. Бились волны за кормой. Есаул, Есаул, что ж ты бросил коня? Пристрелить не поднялась рука. Есаул, Есаул, ты оставил страну и твой конь под седлом чужака. Есаул, Есаул, ты оставил страну и твой конь под седлом чужака. А теперь он спутанный стоит, занесенный хлыст над ним дрожит. Разорвать ремни не хватает сил, конь мой штук железный закусил. Если знать, что в будущем нас ждет, знать, куда табун коней несет. Времени хлысты подгоняют нас, дали нам с конем последний шанс. Есаул, Есаул, что ж ты бросил коня? Пристрелить не поднялась рука. Есаул, Есаул, ты оставил страну и твой конь под седлом чужака. Есаул, Есаул, ты оставил страну и твой конь под седлом чужака. Есаул, что ж ты брал? Есаул, Есаул, что ж ты бросил коня? Пристрелить не поднялась рука. Отлично, распились, люди, поехали дальше с группой «Эскадрон». Дожди, храня
знаете, я не могу не спеть одну жесткую песню. Жесткую песню хотите, люди? Женщины, хотите жесткую песню? Женщины-металлургов, хотите жесткую? Так, дело в том, что эта песня как раз в поддержку нашим ребятам, нашим воинам, которые делают так, чтобы мы могли здесь делать праздники. Вот, и, но дело в том, что там нужно пошуметь, попищать, поорать как-то, чтобы была обратная связь, тем более, что я только что вас увидел, свет какой-то включили. Вот они, люди! Привет! Там художники по свету, вы почаще включайте, чтобы я видел, что я не один на сцене. Вот, дело в том, что там, ну, все слова я сам сочинил, поэтому слова нужно слушать. А шуметь, пищать, орать там, я не знаю, нужно только там, где левую руку вот так буду поднимать. Это называется «Помощь зала». Потому что эта песня посвящается нашим доблестным защитникам, нашим войскам, воинам. ВДВ! Никто, кроме нас! Это небо и АКС в руках, и ветер от турбин прижмет траву. Навеки в нашем сердце десантные войска, мы, засыпая, видим синеву. Тут их как струны стропах нам ветры пропоют, как родина красива свысока. Пусть знают, что державу никогда не подведут воздушные десантные войска. Никто, кроме нас, не выдержит это. Воздушный десант на самом краю. Никто, кроме нас, мы падаем в небо, несут купола. Атаки, когда везде огонь, и все пылая рушится вокруг. Нам ПМД поможет, десанта верный конь, прикроет со спины надежный друг. На марше и в полете, в горах и небесах, горели, мерзли, ползали в болото. Мечтали, чтобы выжить, и чтоб женские глаза стреляли сердце вместо пулемета. Никто, кроме нас, не выдержит это. Воздушный десант на самом краю. Никто, кроме нас, мы падаем в небо. Снятся туманы под крылом и купол шелестящий по траве. Захочется собраться, исполнив о былом, поднять бокал во славу ВДВ. Никто, кроме нас, не выдержит это. Воздушный десант на самом краю. Спасибо, друзья. Женщины так помогают, что я вынужден просто спеть специально для всех женщин, для всех девушек, которые здесь. Специальную песню я ее написал, посчитали, оказалось, 26 лет назад уже эту песню написал. Вот, она получилась, потому что группа «Эскадрон» и я, мы одни из последних представителей сексуального большинства на российской сцене. И нам легко для женщин петь, потому что концентрация красивых женщин
в нашей стране такая, что превышает наши сдерживающие возможности. Я имею в виду металлургов и тех мужчин, которые выходят на сцену. Послушайте эту песню в мужском исполнении. Даже в зеркале разбито над осколками склонясь в отражениях забытых, вновь увидишь ты меня. Все равно единственная. С надеждой, час, когда пришла беда, ведь такими же, как прежде, мы не будем никогда. Не родятся наши дети, не подарят нам цветы, не петь холодный ветер над осколками мечты. Единственная моя, с ветром обрученная, светом озаренная, светлая моя, зачем мне теперь заря? Звезды падают моря, и срывая якоря, прочь идти душа моя. We'll be right back.
На улице чем хорошо? Тем, что между песнями такая тишина. Не то, что в зале, когда в зале руки свободны у людей, да, они за карманы не держатся, не боятся, значит, и поэтому аплодируют. А здесь спел песню и думаешь, что ж дальше-то? Вернее, люди смотрят на тебя и думают, что дальше артист-то будет делать, а? Ну, что я буду делать? Тем более, когда опасная такая ситуация, тут столько комаров на сцене появилось вообще. Причем после песни единственное, знаете, настроение как? О-о-о, другое дело. У меня сейчас очень интересный момент. Дело в том, что я сейчас приглашу на сцену одну девушку. Она красавица, блондинка, спортсменка и, самое главное, саксофонистка. Но самое главное, она из вашего города, Новокузнецка. Анастасия Высоцкая, выходи. Вот она. Мы с ней уже давно знакомы, и она несколько моих композиций блестяще сыграла на саксофоне. И сегодня я знаю, что она волнуется. Вы ее поддержите, да? Песня, которую мы споем, где она играет на саксофоне, называется «Осенний сон». Поехали! Как уснувшая бабочка, замерло лето. Вздохи прибоя печаль сентября. Желтый лист обессилев лежит на паркете. Шепот ветра на струнах ночного дождя. Осенний сон, осенний сон унес меня. Сюда, чтобы тебя твои же люди, земляки,
Поприветствуем. Браво. Как вам погода сегодня? Нормально? Комарам тоже нравится. Вообще, знаете, куда мы ни приезжаем, никогда не было такого, чтобы из-за какой-то погоды, бури, дождей отменяли концерты. Потому что пока мы вместе, вместе с группой «Эскадрон», ясные дни всегда с нами. Особенно, когда мы вместе поем. Как же так получается? Все так быстро кончается, и не так уже вечером нас зовут фонари. Жизнь подруга упрямая, но держать спину прямо я буду, что бы ни случилось, от зари до зари. А я ясные дни поем, оставляйся, эй, а я хмурые дни возвращаю судьбе. А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе. Паруса мои белые, как подруги умелые, ловят ветер души моей в суете моих дней. А я убью тебя, милая, моя грусть закрылая, если будешь мешаться мне, словно муха в вине. А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе. А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе. Жесткая.
Который я обязательно должен со шпаргалкой спеть, потому что это новая песня, и я боюсь перепутать слова. Потому что когда, несмотря на то, что сам слова пишешь, столько вариантов в голове, когда начинаешь петь старых разных, черновых, что можно и запутаться. Ну, я поэтому вот со шпаргалкой. Песня называется «Мама Родина». Днем и ночью занималась всем сразу и нами, поднимала нас оболтусов юных, как могла кормила и одевала, последнее отдавала. Мы капризничали, но своротели, она всегда нас думать учила. Иногда дарила джинсы и жвачку, только нам хотелось больше много. А мы думали, она ошибалась, про нее заговорили обидно. А она в глаза нам молча смотрела и, вздохнув, потом ушла насовсем.
Родина, мама моя родина, моя советская родина, моя мама, прости. Родина, мама моя родина, моя советская родина, моя мама, прости. Не кормила трюфелем с пармезаном, только тем, что ей зато были книги. Нас на музыку и спорт провожала, уставала, но во всем помогала. В море и стройотряды, в институты, космос, олимпиады, и учила нас всего добиваться, ставить цели и дерзко к ним рваться. А мы думали, она ошибалась, про нее заговорили обидно, а она в глаза нам молча смотрела и вздохнув потом ушла насовсем. Родина, мама моя родина, моя советская родина, моя мама, прости. Родина, мама моя родина, моя советская родина, моя мама, прости. Спасибо вам за эти огоньки, нас очень не греют. Особенно за эти огоньки, за то, что вы так новую песню принимаете. Песня совсем не раскручена, только-только появилась. Вот, и... Спасибо, да. И очень хочется, конечно, чтобы она встала в ряд моих песен, которые уже долго-долго крутятся в эфире, везде. Если кто-то не видел этот видеоклип, мы эту песню спели с Сашей Маршалом. Думаю, неплохо получилось. В продолжении вот этой песни про родину, не спеть песню, которую... Песня о том, о стране, в которой я и большинство из нас родились. Стране, которая победила фашизм и еще много раз победит, если понадобится. О стране, где великие ученые, спортсмены, металлурги. Стране, которая называется Советский Союз. Сделан в СССР! Украина и Крым, Беларусь и Молдова, это моя страна. Сахалин и Камчатка, Уральские горы, это моя страна. Сделан я в СССР.
Сталин. Это моя страна. Пушкин, Есенин, Высоцкий, Гагарин. Это моя страна. Разоренные церкви и новые храмы, и Красная площадь, и стройка на Бане. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Шахматы, опера, лучший балет. Скажите, где есть то, чего у нас нет? Даже Европа объединила союз. Вместе наши предки сражались в бою. Вместе выиграна Вторая мировая война. Вместе мы самая большая страна. Тут же границы, без визы нельзя. Как вам признаться, зовитесь, друзья. Я рожден еще одну песню не спеть, конечно, которая посвящается настоящим мужчинам, металлургам, вообще всем, кто делает для нашей Родины полезное дело. Наши предки долгие века лили кровь за эти рубежи. Не иссякнет Родина, пока будут в бой мужчины уходить. Офицеры. Господа офицеры, по натянутым нервам я аккордами веры эту песню пою. Тем, кто бросив карьеру, живота не жалея, свою грудь подставляет за Россию свою. Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изгадив, кто карьеры не делал от солдатских кровей, я пою офицерам, матерей пожалевшим, возвратив им обратно живых сыновей.
Господа офицеры, как сберечь вашу веру на разрытых могилах ваши души хрипят? Что ж мы, братцы, наделали, не смогли уберечь их, и теперь они вечно в глаза нам глядят. Вновь уходят ребята, растворяясь в закатах, позвала их Россия, как бывало не раз. И опять вы уходите, может, прямо на небо, и откуда-то сверху. Несколько песен, где есть про железо, про сталь. Но одну из них вы точно знаете. Эта песня в конце обычно у меня звучит в последнее время. В горниле победы сегодня, как сталь, опять закаляется родины сталь. Вперед, Россия! Опасность державе грозит.
народный артист России Олег Газманов и группа «Эскадрон».